29 июля председатель правительства Республики Дагестан Абдулмуслим Абдулмуслимов посетил Гунибский район с рабочим визитом. Он посетил ряд туристических локаций, ведь в данном городом районе расположено порядка 300 памятников истории, культуры и архитектуры. А также он посетил и территорию Салтинского водопада. Напомним, что в прошлом году в рамках господдержки здесь был поддержан проект по строительству туристической пешеходной зоны, реконструированные смотровые площадки, устройство подпорной стенки и другое. Данная программа также помогла решить проблему с обеспечением безопасности на Салтинском водопаде и Карадахской теснине. Стоит подчеркнуть, что на данный момент в районе также выстроена система сбора и вывоза мусора. Вскоре премьер-министр провел беседу с главой села, туристами и работниками коммерческих объектов. Он заявил, что важно при размещении коммерческих точек сохранять первозданный вид природных памятников.